мы, учащиеся 8 таможенного класса, торжественно клянемся горячо любить Беларусь, быть честным и справедливым товарищем, соблюдать устав школы, добросовестно относиться к учебе. Клятва кадета. 26 хлопчиков и девчонок мытного класса средней школы №1 зачитали эти слова перед своими сябрами и наставниками. Сирод их и Андрей Славченко. На профессийный выбор юнака поуплывали родные. Хлопец пошел по следах деда. По учебе все тут отлично, все друг с другом дружат. Нету никаких соревнований по учебе. По поводу дальнейшего будущего, ну, хочется, конечно же, стать таможенником и поступить в высшее учебное заведение по таможенному делу. Опынуться сирот вучню профильного класса было не так просто. Для хлопчиков и девчонок навод провели профессийный отбор. И зараз потребования до юнаков остаются высокими. Конечно, есть настрой, есть желание, стремление. Хоть они еще очень юные, но они очень устремленные. Мы надеемся, у них все получится. Вучні поглублено вивчають математику і англійську мову. Так само у розпорядок дня виходять додаткові заняття по іспанській і польській мовах, танцям і рукопашним бою. Мені випала можливість попасть в этот клас. По правилам я прохожу. Здесь очень интересно учиться. Тут как бы небольшой уклон на математику и английский. Мне всегда нравились изучать языки. У Брестской мытни подтверждают, взаимодействие наладжено добро. Так распрацеванный великий цикл мероприемств по знакомству кадетов с будущей профессией. Нам очень приятно, что идея возникновения таможенного класса здесь, в Бресте, на базе первой школы, нашла свою реализацию. Идея возникла у руководства Брестской таможни. Наш начальник таможни Пихун Александр Константинович загорелся идеей создания класса таможенного в городе Бресте. И совместно с руководством школы при поддержке городских властей этот проект удалось реализовать. Свой класс будущие мытники уполнено называют семьей. И это подтверждают. Евгения Мороз, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».